Президент России Владимир Путин сегодня посетит ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре. Глава государства ознакомится с работой и новыми образцами продукции предприятия по созданию, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Также Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, в котором примут участие руководители крупнейших областных предприятий в сфере нефтепереработки, автомобилестроения, авиационной отрасли и жилищного строительства.